территория больницы. Ага. Смотри, что без дела, ты переводи с субтитрами. My grandma actually works here in her youth. Малышка. She's a fake. Ой. Иди сюда, это маленький, иди на. Приходи, умеет. She is my auntie, by the way. Я тебе не сказал. Тетя моя ты? Да. О. Children's polyclinic. Супермаркет, little market. Какой? Ну вот просто белое, если сегодня. Не, не, ну он магазин. А дом совсем новый. Еще не. All right, Russian provincial bus station. This is the place where people drink, actually. Mercedes. Не шутка. Check out the neighborhood, guys, of provincial Russia. И шашлыки. Все тут можно. Nike за 1000 рублей, хочешь? Да? Да, хочешь, пойдем. Guys, you can buy some Nikes for 10 bucks. Oh, wow. This is a proper marketplace. Здравствуйте. Наушники для айфона, но не официальные. С русским орлом? А, нет. Russian earpods for 6 bucks. Oh, the smell. 350 rubles for a kilogram. А это что за рыба? So 250 rubles for a kilogram. This is actually another bus station. It's a kiosk, but it's a bus station. Эй, ты меня не снимай. There was a guy who was really drunk. They took him in overnight. Сималуки, normal life. Центр города в женских очках. Не, не купили. Got my glasses, sunglasses. Уже сколько, два часа собираемся. Здравствуйте. Тебя торопили, а сами, да? Стоик. Здравствуйте. So we're gonna go and feed a local dog who's not taking care of, except my aunt is taking care of the dog. Как цыганка называется? Да. They call her gypsy. А мужчина? Женщина. Girl dog. Ну как женщина? Ну. Девушка. Да. Да, еще такая молодая. А это что? Это типа поликлиника, нет? Ну, территория больницы. Ага. This is the local polyclinic in rural Russia or provincial. Налево? Нет, по прямой. Вон где скорые стоят, видишь? А это доброшено уже? Да. Ну вот. This is where they took births back in the day, but these are like abandoned parts of the polyclinic. Да, вот это я узнаю, да. Там мы были тогда. Мама, ты что без дела? Ты переводи с субтитрами. А кто? Никто не снимает тут ничего. Да. My grandma actually worked here in her youth. Малыш, когда она работала? Ну, сколько лет? Ну, в каких возрасте, каком? А, ну, 30 с чем-то там лет, 40 лет. 30-40 years, yes. А, новый, да? Это старый, того времени еще. Левый, левый. А. Renovation. Renovated part. Ага. Children's. Это их госпиталь или поликлиника? Это лежат больные, кто положили их в больницу, они лежат под наблюдением врача. Ага. So, okay. Где? Слева? Дети? А, спереди. Слева дети. Ага. This is the parking spot for ambulances. When I know that I need to say hi to everybody. А то не уважаешь их. Я утром с ним уже разговаривал по телефону. По-новому надо, то это неуважение. Сейчас рукой вот так помахала. Я за твоей спиной вот так ему руку помахала. Аня, это неуважение. У нас проблемы будут. Это у вас будет. О, это кто бежит? О, еще там хромая, да. Да. Скорее, скорее, на, на. Иди, моя хорошая. Это та, иди сюда, Серега, на, та, на, она, на, он. Нет,
Они тут все похожи. Да? He's afraid. Иди ешь. He's gonna get some bones. Иди снимай главного, без предельщика. Не, он боится сейчас, подожди. Все, смотри, сейчас реакция какая будет. У него? А, у того? Подождите. О. Сейчас, давай. Он зовет уже. Песок тоже. So here's the dog, let's go. Ой. They call her gypsy. А водичка есть ли? Ой. А, да? Ты моя красавица. Чуть нога. Красавица. Oh, yeah. I should not. I shouldn't come close, because she might bite. Ой, довольная, хорошая, какой хвост. Блин, красивая. Сейчас я принесу, подожди. Ой, 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 сейчас будет еда. Ты моя красавица. Ой. Тихо, тихо. Отойди в сторонку. Ложись, сказала. Галя, а как ты к ней подошла первый раз? А? Как ты ее познакомила с ней? Не, ну... Ну, увидела, что тут просто кидала ее. She was feeding her. Ой, картошку начала, вот. У нее тут этот и гарнир. А вот еще второй тут, под машиной. Боится? Не, ну да, и башку вытащила. Вить, ты не кормил еще? Нет, несла, кулек целый. Да ты что, а? Смотри, как ест. Ну, okay. Иди сюда, это, маленький, иди на. Да, приходил, меч. Может, часа два назад, я не знаю. Эту несла, а я говорю, щиракой поднялись. Вместо обеда, ну у меня ест. Ну да я въедал бы. Ну я гляжу, и все, ну, часа два назад. А потом еще тут вечером я сколько раз заметил, еще как-то со столовой, или я не знаю. Женщины. Ну давай, стой, что ты там? Ой-ой-ой, какой довольный. Да, какая? Какая, да. Цыганочка, тебе сегодня, оказывается, перепадает. Воды вон холодной налила ей. Ну, воду. Он не сбивает, когда бегает это? Че? Цепь не сбивает, там водичку? Да, да ничего. Все, цыганы, я ее сам боюсь, кушай. Это тут время. Я близко до тебя на хуй бросаю. Ну да. Так, пойдем мы. Галя тут жара уже. Верховина, может, иди там кушай, у тебя там бок. Короче, не открывать, они сами открывают. Alright, we have fed the dog, and we're gonna go to town of Voronezh with my cousin here, Сергей. He's really known across Семилуки. Ты знаменитый, да? Все тебя знают. Конечно, ты что? А есть такие люди, как ты, которые тоже там помогают, кормят от души? Ну да, есть. Ну недостаточно, наверное, думаю, да? Ну, видишь, как ест. Витька сказал, что уже приносили, а она хрупкой там косточки любит. Да, ты большую дала, хорошую. А, да? Лёга, зайдем там где-то, накупим тоже. Тут в четвертом магазине. Ну, это от меня, цыганки. 39 рублей ты брал? Нет. По 85. По 75. Вот эти рёбки. So the meat cost, not meat. Bones cost like a big one, maybe 80 cents. So she comes every day and feed the dog and some other ones as well. She's my auntie, by the way, in case I didn't tell you. Галя, тетя моя ты? Да. О. Моя сестра. Здесь терапия, там возможности. А это хирургия, травматология. This is surgical place, this one. Wow. Uh-huh. This is for the ones who are... Well, they have to be in a station here for a while and be observed under observation. In Russia, Gazprom built this huge. It's a swimming pool, hall, swimming hall. А сколько? А кому это стоит просто, да? Хоть кто. Платное? Ну да. Сколько стоит? На некоторых сейчас не знаю, на некоторых предприятиях дают бесплатно. Some events it's a free entrance.
сторож. Я никогда в бассейне не ходил в России. Давай, да нет, это не такой контент будет. Children's Polyclinic, Семилукс, in Семилуки. Не сразу можно. По дороге же пивные будут. Пивные. Инвитро везде, это гигантская фирма, везде инвитро. Даже я там ходил, сдавал, что быстрее и лучше так, чем финки. Тут знаете, сколько стоит в Финляндии? Это что? О! Cool car, check it out. А это что? Это просто забор старый? Просто старый, да. Красивый, блин, вау. Original. И старый именно, да? Кто? Кто о чем? So we got some shops over here, like a drugstore, and a supermarket, little market. So coming to work, well, back to work. Я пошла. А, все? Давай. И она в Валбере. Все, пока. Все, пока, пока, до встречи. So it now just us dudes in Семилуки. Ну почему тут так вот все, дырки, почему надо есть? Это вот это, что ты рассказывал, уничтожают, да? Ну, дети бьют. Делали, это еще более-менее. Мусорки неудобные делали. Ага. Машины не предусмотрены, чтобы они доставали мусор. Да. И поэтому они подъезжают и зачастую цепляют. Вон, so, Андрея, bad design, so that's why that's why it looked like that. The cars hit it. The trash cars hit it. Какой? Ну вот красно-белое есть, если вам что-то такое. А вот это, да? Да. Вы что, продукты измену? Да. А, продукты тогда вон там, вот он, вот. Ну, там маленький, кажется, да? А, вот, 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 прям за мусоркой. А, там продукты, там печенье и все прочее, алкоголь. А вон там он даже круглосуточный, вот он, вот, вот там крыша. Дорого будет. Таких же дорого? Да не всегда, там, они, видишь, они возле больницы, он круглосуточно даже работает, лежит, допустим, в больнице, там покупают. Ну? Еще не, да. Совсем новый, да? Совсем. Ну, почему? Это до этого другой магазин был, не видишь? Не, но магазин, дом совсем новый, ну, еще не детский. Да. Где? Это вот садик детский. Ага. It's a children's daycare. Эту башню я помню. All right, Russian provincial bus station. You've seen these in the Soviet times. The, this is the place where people drink actually. Wow. In 20 minutes the bus arrives to to Voronezh. Это клево. Ковров. Мытье ковров, да, вот, вон, видишь, вешают. So they actually моют с керхера. Ага. Просушивают, и люди приходят, убирают, приезжают. So they wash the mattresses and for money and dry it out and people pick it up. So we're gonna go actually to Семилукский market. О, эти автобусы. Да, вот они и есть. Мерседес. Не вот шутка. Зато как он едет, еле-еле, и звук такой, что... А вот это вот, кстати, пиво продает круглосуточно, любое можно. А, хоть, да? Хоть в 3 часа ночи. 24-hour beer. То есть не лига, не официально. Я... Check out the neighborhoods, guys, of provincial Russia. Семилуки, guys. Looks okay. Это типа 80-е, да? Ну да, наверное. Вот это люблю, что много натурального... Дерево натуральное, natural trees. Я тебя научу ходить по-финскому через улицу. То есть это глупость, знаешь, то есть там нету движения. Check it out. Где там? Тут пройдем? Хочешь, пройдем. Это арбузы. Some watermelons, guys. О, и шашлыки. Все тут можно
О, блин, это настоящее. Видел, какие куски мяса. Да, а знаешь, что для них это именно такое? Они думают, что... Это на него там Nike за 1000 рублей, хочешь? Да? Да, хочешь, пойдем глянь. Guys, you can buy some Nikes for 10 bucks. А, 1450 рублей. Alright, поднялась цена. Adidas for 16 bucks. For 16 bucks, guys. Все нелегально, и они проезжают. Wow. This is a proper marketplace. Тут можно снимать, не знаешь? Просто снимаю. Ну, я снимаю, но чтобы так не заметить. Если кто-то что-то скажет. Да. У нас водичка есть, да? Да. Может, вот. Еще взять? Вот, всякие эти. Острые перцы маринованные. Ага. Also, some peppers, marinated peppers. Here it is. Jalapeno. Обожаю jalapeno. Jalapeno. Как на русском? Jalapeno? Jalapeno, да. Marinated meat. Looks amazing. This is like, for example, for kilogram, 4.5 bucks. Килограмм за 4.5? А, вот они, да. А, хвосты свиные. Эй, не хочу снимать такое. We have also next to, we have some technology. А, знаешь что? Наушники давай купим мне, если есть дешевые. Самые дешевые для айфона. Здравствуйте. Наушники для айфона, но не официальные. С проводом, да. Ага, тут дешевле, чем в Москве. Ну, смотри. А, да? Ну, хочешь там еще пройдемся, в принципе. Перейду еще есть. А переходник сколько стоит, для интереса? Знаете, такое место? Да, обычно? Да. С обычного, на как называется эти айфоновское, конец? Забыл. Ну, мы могли, может быть, найти сейчас способ дешевле. А? Вам нужен переходник, как у обычных наушников, да, вот только что такие? Да. На iPhone именно, то есть. А это он же, вот он. Нет? А, не-не-не, он с дырочкой должен быть, да. Конечно же. Есть, вот он переходник, 244 рубля. Ага. Вот. Вот он. А, да, вот он. Так, 270, а этот... Грузовом, да, около. Эти 200, за 500 можно взять. Просто USB. А? Берем? Ну, смотри, сам. Давайте, да, если что, возьмем. С русским орлом, а не... А. По коду... So guys, I bought Russian, well, probably Chinese versions for earpods for $6 with a combination, with a separate thing. This way I saved 400 rubles. Comparing to Moscow price. Давай-ка какой-то напиток купим. На какой-то? Я не вижу ничего. Да вон какие-то. Я возьму какой-то. Был бы тут тархун какой-то. Нет. А, нету? Тархун никто не продает тут? Тархун. Наверное, он там продает в пивном такой. Ну ладно, пошли. Это как? Семилупский рынок. And they sell church. Wow, icons here and stuff. Вот это классно. Автобус, блин, наш. Успей? А. Капец. We more late for the bus. То, что правда. У арбуза прям с этого. Давай. This is how you cross the road. Да, so. Да. В каждом здании. Beer everywhere, guys. А кофе нормально делает тут? Я сомневаюсь. Пекарни. Прийти просто, что его возить по такой жаре, оно там все стукнет. Конечно. Вот тут там покупают, нет? Oh, the smell. Запах. Конечно, запах мощный.
smell is strong. Well, it's not bad, but it's meat everywhere. So Yizik, this is pig's tongue, 350 rubles for a kilogram. Prices are super cheap. Super fresh everything also. Вот сосиски. Один пок... А, это в магазине просто, да? Она в другом там, как смакует. So the sausage is for 524 this sausage here for a kilogram. Пельмешки стоят. Get pelmeni, fresh pelmenis and stuff on sale. Chicken nuggets, everything. These are the ones you can basically for animals. Take for animals. Все рядом. А рыбный. This is the fish part. Тоже запах вкусный такой. Mm-hmm. You have everything here. Crabs, all kinds of sausage, of fish sausages. And это для пива, да? А, не-не-не, это просто... This is smoked. Вот. А, это хик. Скумбрия, да. Да. А это что за рыба? Кукуруза. Ага. Вон кальмар копченый. Кальмар. Свежую, знаешь, с пивом был бы класс. So, for example, prices. Heck, I don't know. Что за heck? 250 rubles for a kilogram. This is kambala for 168 rubles for kilogram. Wow. Цены очень дешевые. Ну, там не сама рыба не нравится, такая довольно, знаешь, заветренная. Not the freshest one, he says. Locals prefer some other places sometimes over another. Что, переходим на остановку? This is actually another bus station. It's a kiosk, but it's a bus station. I'm gonna drink some water and head to Voronezh. All right, we're now in a local bus. The ticket cost 50 rubles one way, all the way till the to Voronezh. Эй, ты меня не снимай.